Сразу несколько парков и общественных территорий благоустроят в Ульяновской области в 2025 году. В областном центре это парки имени Александра Матросова, Юности, сквера Мостовая Слобода, Антонова, Айболит и аллея авиастроителей. Какими будут пространства, решат сами жители. Разобраться самостоятельно во всех нюансах бывает непросто, поэтому помогать ульяновцам будут порядка 800 волонтеров, прошедших специальное обучение. Волонтеры будут встречаться с людьми, они должны говорить, что уже произошло на территории Ульяновской области, сколько еще объектов будет благоустроено, что конкретно. Мы понимаем с вами, что мы все объекты выбрали в 2018 году, и в настоящее время наши жители будут голосовать за дизайн-проекты. В Доме молодых добровольцам ответили на организационные и технические вопросы. Также волонтеров снабдили необходимой экипировкой и оборудованием. Среди обучающихся общественники, студенты и другие инициативные ульяновцы неравнодушны к облику Ульяновской области. Я считаю, что сами жители лучше знают, где какие проблемы есть, и именно поэтому их спрашивают мнение о том, где, как и почему лучше сделать. На выбор жителей будет представлены два варианта благоустройства каждого общественного пространства. Их различие заключается в стилистике предлагаемых архитектурных и планировочных решений. Благоустройство пройдет по нацпроекту «Жилье и городская среда». Посмотреть проекты самостоятельно можно будет на сайтах муниципальных образований. Проголосовать могут граждане Российской Федерации старше 14 лет в двух форматах – онлайн на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», либо же у избирательных участков с 15 по 17 марта. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.